Здравствуйте. Традиционные дни урожая пройдут в Новосибирске. Как всегда, в регионе будут чествовать лучших участников земледельческой кампании. Дни урожая всегда были главным итоговым событием сельскохозяйственного года. Сегодня все изменилось, масштаб стал гораздо больше. В этом году предстоит не просто праздник работников сельского хозяйства. По поручению губернатора подведение итогов уборочной кампании пройдет в рамках Новосибирского агропродовольственного форума с 7 по 11 ноября. В Новосибирске такой форум будет работать впервые. Обсудят наиболее важные вопросы развития агропромышленного комплекса, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. На эту тему говорим с министром сельского хозяйства Новосибирской области Василием Пронькиным. Василий Андреевич, добрый день. Добрый день. Скажите, кто приедет к нам на этот форум? Каков состав участников? Я бы хотел несколько поправить, что это впервые такой форум. Мы в прошлом году уже видоизменили те мероприятия, которые традиционно были к празднику урожая, и уже обкатали модель, которую сегодня представляем на суд всем нашим хлеборобам и тем людям, которые заняты в агропромышленном комплексе. Если в прошлом году у нас было порядка 22 стран и 46 субъектов Российской Федерации принимали участие в форуме, то в этом году также он ожидается массовым по количеству участников. И здесь заявились участники, кроме прошлогодних, такие как Дания, заявилась опять Германия, заявилась Китайская Народная Республика с большими делегациями, и при этом обратились с просьбой презентовать дискуссионные площадки в виде круглых столов для обсуждения тех тем, которые прежде всего их интересуют. Датчан интересует производство мяса птицы и обеспеченность ее оборудованием для птицеводства. Китайскую Народную Республику интересуют вопросы, которые и нам интересны, ориентированные на вывоз экспортной продукции за пределы Российской Федерации. Поэтому ожидается большое количество участников, кроме зарубежных и Российской Федерации. В том числе активное участие принимают делегации наших соседей по Сибирскому федеральному округу. Ну, в этом и заключается главная цель, то есть ознакомиться с какими-то своими проектами, обменяться опытом. Какова вот главная цель форума? Вообще-то главная цель агропродовольственного форума, это мы его делим на две части. Первая часть – это деловая, которая будет заключаться 9-10 числа. А вторая часть – 11 число – это непосредственно день урожая, когда мы будем чествовать перед сельскохозяйственного производства. Хотел бы сказать, что сегодня агропродовольственный форум – это форум не только Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, это форум, которым принимает участие со стороны правительства Новосибирской области, Министерства промышленной торговли, Министерства экономического развития, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. И в рамках делового формата у нас пройдут такие традиционные выставки, как «Агросиб», выставка оборудования и продовольственных товаров по пищевой промышленности. Кроме этого, пройдет выставка предприятий, которые занимаются реализацией упаковки для пищевой промышленности. Прежде всего, мы поставили целью, что агропродовольственный форум первые два дня – это рабочие дни. Они являются основанием для того, чтобы мы смогли не только подвести итоги уходящего года пищевой перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве, но и выстроить те, может быть, перспективные направления, которые нам необходимо усилить у себя в регионе, в том числе на территории Сибирского федерального округа. И учитывая, что принимать участие в этих мероприятиях будут субъекты Российской Федерации, мы в прошлом году губернатор поставил задачу, и в этом году мы стараемся ее выполнить, чтобы он занял достойное место в череде таких массовых экономических форумов, которые проходят на территории России. Мы не замахиваемся на те большие, там, петербургские или сочинские экономические форумы, но вот с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации мы его превращаем в дискуссионную площадку для решения тех задач, которые стоят перед крестьянством всей Российской Федерации. Я уверен, что у нас это должно получиться. Василий Андреевич, ну понятно, что форум направлен на взаимодействие, а скорее даже на усиление взаимодействия участников агропромышленного комплекса и решение такой важной задачи, как обеспечение продовольственной безопасности. Что означает вот эта самая продовольственная безопасность? При каких условиях она может быть обеспечена? Продовольственная безопасность, прежде всего, обеспечена от населения продуктами питания, которые производить должна сама страна внутри. То есть импортозамещение
И здесь нужно сказать, что оно основывается на тех медицинских нормах, которые предусматривают потребление хлебобулочной продукции, мяса, молока, овощей, ягод, ну и рыбы. И сегодня можно говорить о том, что практически в Российской Федерации эти задачи решены. У нас сегодня, может быть, на агропродовольственный форум выходит задача не обеспечить наше население продуктами питаниями, а выходит две задачи, она двоякая. Первая – это обеспечение качественными продуктами питания нашего населения. И вторая – это дать возможность нашим сельхозтоваропроизводителям, предприятиям пищевой и переработочной промышленности вывести излишки этой продукции за пределы региона, чтобы пополнить экономику предприятий. И поэтому агропродовольственный форум и подразумевает участие в круглых столах по качеству продукции, где будет участвовать также торгово-промышленная палата Новосибирской области и предприятия, которые занимаются непосредственно исследованием качества продуктов питания. Кроме этого, у нас, я уже назвал, круглый стол с участием наших партнеров с Китайской Народной Республики, с Данией по вывозу продукции сельского хозяйства за пределы Российской Федерации. Поэтому вот на этих дискуссионных площадках мы и хотим обсудить те вопросы и те задачи, которые стоят перед нами для их скорейшего решения. Это же не просто будет разговор, это, скорее всего, уже будут достигнуты какие-то договоренности вполне определенные. Мы подразумеваем, что та дискуссия, которая будет итоговая, пленарное совещание, на которых модераторы всех круглых столов будут говорить о тех решениях, которые выработаны на круглых столах, предложены к реализации на территории Новосибирской области, либо рекомендованы на территории Российской Федерации, там предусмотрены подписание соглашений, которые будут иметь возможность подписать правительство Новосибирской области с нашими партнерами, наши сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой перерабатывающей промышленности будут также иметь возможность подписать соглашение о сотрудничестве. Особенностью нашего агропродовольственного форума является то, что мы в этом году выполнили поручение губернатора, и Министерство сельского хозяйства теперь отвечает в полном объеме за пищевую перерабатывающую промышленность Новосибирской области. Провели структурные изменения в Минсельхозе, у нас теперь есть отдел, который именно этим занимается. И на площадках агропродовольственного форума мы будем презентовать ту проект программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности территории новая, области. Да, стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности территории Новосибирской области. А вот, кстати, эта стратегия, она рассчитана до 2025 года. Какие аспекты она подразумевает? И что она даст нам, жителям? Вы знаете, вы, наверное, обсуждаете тот первый проект, который был. Я бы не хотел, чтобы мы стратегию строили и привязывали к какой-то дате. Мы хотим сделать такой документ, который будет совместным. И опять эта стратегия не конечный результат нашего труда. Мы хотим, чтобы сегодня эта дискуссионная площадка в рамках продовольственного форума переросла в обсуждение более обширное. Мы ее хотим представить для всенародного обсуждения на территории Новосибирской области. Могут высказать отношение к ней и свои предложения в ее разработке как простые граждане, так и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, предприятия торговли. Мы сегодня хотим получить тот документ, который будет основополагающим на многие годы вперед. Не конкретно дата исполнения стратегии. Ведь мы же понимаем, что если не делаем шаг вперед, значит мы отстаем. Поэтому она будет бессрочная. Вот такую идею мы вынашиваем. Но сделать документ, который рожден в кулуарах правительства области, это неправильно. Мы хотим сделать рабочий документ, который будет являться основополагающим и для совета по инвестициям при губернаторе области. Если кто-то из предпринимателей принимает решение построить какое-то перерабатывающее предприятие, либо предприятие пищевой промышленности, то он будет должен соизмеряться с этой стратегией. Входит он в стратегию или нет? Если в стратегию входит, значит и инвестиционный совет при губернаторе принимает решение поддержать его или как-то. Если он не вписывается, значит мы говорим честно предпринимателю: уважаемый коллега, ты принимаешь решение, которое, на наш взгляд, рисковое. Почему? Потому что мы просчитали все риски, которые могут тебя постичь. И если ты хочешь вложить туда деньги, вкладывай. Но мы не можем участвовать деньгами народными, бюджетными в твоем инвестиционном проекте. Это, по крайней мере, честно, порядочно и говорит о том, что мы совместно с бизнесом выстраиваем вот эту стратегию. Ну, то есть для сельхозпроизводителей это будет главный ориентир такой, да? Вот они должны будут двигаться именно. Я думаю, что это не только для сельхозпроизводителей, а прежде всего для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Прежде всего для тех людей, которые посвятили себя переработке того, что производят крестьяне.
У нас мало крестьян, которые имеют в том числе и пищевую перерабатывающую промышленность у себя на предприятии. Все-таки мы сторонники того, что кто-то должен профессионально заниматься производством продукции сельского хозяйства, кто-то профессионально должен ее перерабатывать и доводить до сетей. И в рамках этого форума также постараемся обсудить тот новый закон о торговле, который принят в Государственной Думе, который сегодня много обсуждается. Мы хотим, чтобы это была панельная дискуссия, в которой будут принимать участие и торговые сети, и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, и сельхозтоваропроизводители, для того, чтобы понять, где точки соприкосновения, которые не могут сказать о том, что вся сельхозпродукция новосибирских сельхозтоваропроизводителей и пищевки попадает на прилавки наших торговых сетей. Ведь в некоторых у них засилие продукции из соседних регионов, а мы являемся сырьевым субъектом. А наши собственные как бы по минимуму. А наши как-то собственные по минимуму. И вот здесь мы должны вести активную протекционистскую политику, произведенную у нас на территории области. Но хотела подчеркнуть, чтобы и наши телезрители, и все жители области поняли, что мы хотим вести протекционистскую политику качественной продукции. Поэтому мы и ставим одной из задач на этом форуме заключить соглашение с предприятиями, которые делают оценку качества производимой продукции. Ведь у нас некоторые предприятия уже заявились о том, чтобы их признали честным поставщиком. Это, к примеру, племзавод «Армень», «Пепсика». Они уже получили этот стандарт качества, что они честные поставщики. Это очень Кроме важно, этого, конечно. Заявился консервщик Купинского района молочноперерабатывающего предприятия о том, что он тоже претендует на звание «честный». Ведь никому не секрет, мы в одной из передач говорили о том, что даже на территории Новосибирской области появились переработчики, которые занимаются фальсификатом. И мы должны честно сказать, уважаемые потребители, вы можете покупать у этого, у этого, у этого. А этот, ну, не вписывается пока в эти рамки. Он не признан честным поставщиком. В рамках форума будет проходить 13-я зерновая конференция, которая называется «О развитии регионального экспортоориентированного сельхозпроизводства». Да. Наша область какие проекты в этом плане может представить? Насколько мы экспортоориентированы? Понимаете, ведь ситуация зернового форума обсудить ситуацию, которая сложилась на зерновом рынке не только Новосибирской области. Мы в прошлом году, или вернее вот прошлый, ну календарный год, грубо возьмем, от уборки до уборки, мы 1 200 000 тонн зерна и зернопродуктов реализовали за пределы Новосибирской области. И я со своими коллегами, когда обсуждаем темы, которые связаны с экономикой, вообще-то больше склоняемся к тому, что мы должны за пределы регионов Сибирского федерального округа поставлять не сырье, а продукт с высокой добавленной стоимостью. И мы хотим здесь обсудить, что же нам нужно сделать для того, чтобы за пределы Российской Федерации выходило уже не просто зерно, а зернопродукты. Чтобы выходили не просто масличные культуры, а возможно масла и шроты. Для того, чтобы добавленную стоимость в виде заработной платы людей, в виде налогов членов оставлялись у нас в субъектах Российской Федерации и конкретно Сибирского федерального округа. Поэтому мы и будем обсуждать эту тему. Ведь никому не секрет, что наши партнеры за рубежом с большим удовольствием берут у нас сырье. За прошлый год большое количество из Российской Федерации реализовано чисто зерна. Они туда его привозили, мололи, добавленная стоимость оставалась у них, а мы получились как то, что многие осуждают, сырьевой придаток. Зачем? Мы должны выставить эту вот программу, которая позволит нам максимально доходную часть оставлять себя на территории. Василий Андреевич, будет также обсуждаться тема состояния и использования водных биоресурсов. И это рассматривается как такой инструмент в импортозамещении. Вот по-вашему, здесь каковы такие инновационные шаги в развитии данного направления? Вы знаете, ведь этот круглый стол впервые был проведен в прошлом году. И неожиданно для нас, в том числе и для Юрия Юрьевича Марченко, который был модератором этого стола, он получил такой общественный отклик, что он длился вместо запланированных там 2 часов, порядка 6 часов постоянных дискуссий. Почему? Потому что действительно сегодня нам порядка 23 000 тонн рыбной продукции необходимо на территории области. Мы в прошлом году произвели и выловили 6350 тонн у себя. Это один из лучших показателей за историю Новосибирской области. И мы ставим задачу, чтобы ежегодно прирастали и выйти, ну, по крайней мере, из тех ресурсов водных, которые способны на своей территории вырастить рыбу, исходя из тех кормовых угодий, которые есть в озерах, ну, от 8 до 12 тысяч тонн мы должны выйти на эти показатели. Кроме этого, биоресурсы заключаются не только в том, что это мы выращиваем и вылавливаем рыбу.
Но у нас же есть такие биоресурсы, как сапропель. У нас есть такие биоресурсы, как артемия. И у нас сегодня артемия Голд в Академгородке уже вышла на всероссийский уровень. И на Золотую осень в Москве они представляли свою продукцию, которая является пищевой добавкой, экологически чистой, биологической добавкой. Это очень здорово, что мы начали шаг вперед делать. Нужно сегодня, ну, не то что брать у природы все, что она производит, а качественно использовать эти биоресурсы, они возобновляемые. Для того, чтобы не было, ну, безраздельное просто варварское отношение к биоресурсам, это тоже тема, которую мы сегодня обсуждать будем на этом круглом столе. А задача, конечно же, попытаться максимально на прилавке наших магазинов выложить продукцию, которую вырастили мы. А можете привести примеры, в каких еще направлениях у нас работает программа по импортозамещению сельхозсырья? Понимаете, очень хорошо у нас работают птицеводы, свиноводы, поэтому мясная тема у нас снята, яйцо снято. У нас сегодня практически тема, которая, ну, в какой-то степени присутствует и сильно, это в зимний период обеспечение региона овощами. И здесь 3 числа, мы уже наметили график, открываем в первую очередь второго инвестиционного проекта Толмачевского тепличного комбината, 9 гектар овощей закрытого грунта, и на следующий год еще дополнительно 8 гектар. То есть фактически к концу следующего года у нас будет 34 гектара овощей закрытого грунта только в тепличном комбинате вот, Толмачевский, Новосибирский. Фактически мы идем с приростом того, чтобы и в зимний период овощи к нам не завозились. Это мы будем производить свои. Не решена тема, которую, на мой взгляд, мы незаслуженно где-то обделили и забыли, это производство ягод и фруктов. Ведь все равно наш регион производил большое количество ягод. Это и смородина, и облепиха, и ряд других культур, которые у нас произрастают. Ведь мы же помним, когда ягодные предприятия были в Красноозерском, Карасутском районе, которые занимались не только малиной, но и ранет, которые также производили в пищевые клубника, продукты. Клубника, там была огромная плантация. Клубника, просто. Поэтому вот эта тема, которая, она требует от нас внимательного отношения, и сегодня Минсельхоз России предусматривает меры государственной поддержки для тех садоводов, которые будут решать эту задачу. Задач много, хотя основные, конечно, решены. Василий Андреевич, конечно, я не могу не спросить о днях урожая. В этом году какие награды у нас ждут лучших тружеников вот этой сельскохозяйственной компании? Вы знаете, награды ждут согласно того постановления, которое подписал губернатор, объявляя итоги трудового соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, районов и в индивидуальном направлении. Награды традиционные, сельхозпредприятия будут награждены передовые автомобилями, труженики, которые показали наивысшие результаты, будут награждены денежными премиями. И денежная премия, как и уже от наводов, поднялась. За первое место будет 40 тысяч, за второе 30 тысяч. То есть это достойное поощрение. Кроме этого, в преддверии этого праздника работала наградная комиссия, и там будет впервые определены 5 заслуженных работников сельского хозяйства Новосибирской области. Кроме этого, будут награды государственные и Новосибирской области за заслуги перед Новосибирской областью. Предусмотрено вручение государственных наград. Это и ордена, согласно указу президента, и почетные звания. 3 у нас человека будут награждены знаком «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Кроме этого, почетные грамоты благодарности Минсельхоза России. Поэтому мы будем чествовать людей труда. А если бы была возможность, то, конечно, можно было почествовать и природу, которая в этом году нам очень сильно помогла. Очень помогла, действительно. Она нам очень помогла. Это наш союзник. И если нас кто-то сверху слышит, мы бы хотели, чтобы это продолжалось. И, кстати, вот насколько нам помогла природа, коротко буквально обозначите, пожалуйста, итоги. Какова урожайность, воловой сбор, качество зерна, семенной фонд? Погода помогла очень сильно. Она помогла не только в том, что мы 30 сентября завершили уборку урожая, и общий валовый сбор составил 2 миллиона 566 тысяч тонн при урожайности 16,5 центнеров с гектара. Она нам помогла и в том, что мы в этом году минимально пользовались услугами сушилок по сушке зерна. То есть фактически погода нам помогла дважды.
во-первых, сроки, во-вторых, экономика. Экономика здесь будет. Качество зерна, ну, если мы его не сушили, значит, оно выше. Хотя в этом году она несколько нам и так не погода, это наша недоработка. Когда был влажный период и тепло при этом было, то, как любой поет, разухабилась разная тварь. То есть вот эти болезни, которые были листостеблевые, они, конечно, некоторое зерно подпортили, оно щуплее, чем традиционно, но тем не менее, вот пшеницы, продовольственной культуры порядка 90% 3-4 класс, то есть мукомольных кондиций. Вообще итогами года мы в этом году удовлетворены. А животноводство насколько обеспечено кормами? Там же тоже были сложности, помните, из-за заготовки сена, когда у нас дожди шли? Были сложности, когда были дожди. Были сложности в том, что мы в этот период не могли заготавливать корма, но при этом у нас вызывало чувство тревоги и то, как мы будем соединять заготовку кормов с уборкой урожая, потому что объем того, что мы произвели, был просто огромен. И это позволило нам качественно заготовить корма, потому что погода стояла в период заготовки кормов и уборки урожая очень хорошая. И в этом году по области в целом заготовлено порядка 37 центнеров кормовых единиц на условную голову. Это небывалый результат. Но я бы хотел сказать, что это результат нас обоюдный, и нас, и погоды. Василий Андреевич, какие хозяйства у нас представят племенной скот на выставке достижений агропромышленного комплекса? Вообще, чем она будет интересна? Вообще, задача на этой агропродовольственном форуме выставить еще и всех наших племенных животных. У нас будет участвовать в этом мероприятии порядка 50 плем репродукторов и племзаводов. Все сельскохозяйственные предприятия, имеющие статус плем репродукторов, обязаны принимать участие в таких мероприятиях. Для того, чтобы народ, все сельхозтоваропроизводители, принимая решение по приобретению животных, могли их оценить. Кроме этого, для того, чтобы мы не погрязли в самоедстве или в самооценке, мы пригласили наших соседей. В этом году будут принимать участие и кемеровчане, племярепродукторы, и алтайцы. Сюда, да? Сейчас рассматривается вопрос с амичами, для того, чтобы мы, оценивая генетические способности племенных животных, а может, первое место уйдет в Кемерово. Но это тема для того, чтобы мы не просто восхваляли сами себя, а начинали смотреть, куда мы должны расти, куда мы должны развиваться. Кроме этого, сельхозтоваропроизводители, которые примут участие здесь, могут по желанию покупателей, по крайней мере цель поставлена, всех этих животных реализовать. Поэтому личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, которые будут принимать участие, могут купить его. Это животное прямо с выставки. Кроме вот этой выставки, кроме торжественной части вручения наград, какие-то интересные мероприятия в рамках Дни урожая? Интересные мероприятия. Мы еще наравне с выставкой племенных животных и выгулом племенных животных в этом году будем выставлять технику, которая произведена предприятиями машиностроения именно Новосибирской области. Мы с вами помним, как 5 августа на дне поля они в первый раз выставились отдельно от всех экспонатов для того, чтобы мы могли понять, что же нам нужно сделать для того, чтобы эта отрасль не погибла в Новосибирской области. И сегодня она будет выставляться там. Кроме того, произведена заявочная кампания. Сельхозтоваропроизводители на следующий год уже заявились на 119 миллионов рублей по сегодняшним ценам, что они приобретут техники у наших машиностроителей. Мы ставим задачу не только посмотреть технику, которую они производят, но что машиностроители в диалоге с нашими сельхозтоваропроизводителями поняли, что же нужно крестьянам. Может быть, усовершенствовать эту технику, которую производят. Может, надо начать работать над производством новой какой-то техники или вида техники. Поэтому мы стараемся. В общем, нужно выслушать тех, кто работает на этой технике. Конечно, конечно. Мы хотим, вот именно пользуясь рамками агропродовольственного форума, свести сельхозтоваропроизводителей с сельхозмашиностроителями. Это очень здорово. А вот если в целом посмотреть на вот этот агропродовольственный форум, чего мы ждем от него? Во-первых, мы ждем того, что появятся новые идеи, появятся новые предложения по совершенствованию нашей совместной работы. Это и технологии для крестьян, и наша работа как представителей власти по совершенствованию нормативно-правовых актов или нормативной базы, согласно которых мы строим свои отношения с крестьянами.
Кроме этого, мы хотим, чтобы сельхозтоваропроизводители в рамках этого форума общались с сельхозпереработчиками, чтобы сельхозпереработчики пообщались с сетями. Мы хотим сделать так, чтобы в рамках агропродовольственного форума были те дискуссионные площадки, которые позволяют слышать и услышать друг друга. Ведь задача форума сегодня свести воедино все наши старания, чтобы в конечном итоге покупатель нашей продукции, произведенной на территории Новосибирской области, был удовлетворен и качеством, и ценой, и как ее преподнесут. Вот основная, наверное, наша цель. В Новосибирской области в последнее время вот такие форумы всероссийского и даже международного масштаба, они стали проходить чаще, регулярно. Вот почему? С чем это связано? И что это дает региону? И что это дает каждому жителю, по-вашему? Вы понимаете, я думаю, что вот я бы не хотел, чтобы телезрители это восприняли как восхвальбу какой-то власти или нет. Но я думаю, что ветви власти Новосибирской области поняли, что просто сидеть и ждать с моря погоды смысла нет. Надо позиционировать Новосибирскую область, надо показывать, что мы можем. И когда в этих форумах принимают участие многие представители других субъектов федерации, они приятно поражаются, как это Новосибирск и вот это. У нас была встреча, вот Аркадий Владимирович Дворкович приезжал с рабочей группой по реиндустриализации Новосибирской области, и замминистра сельского хозяйства Астраханцева Елена Юрьевна была поражена тем, когда мы показали тех наших умников, в хорошем смысле, не в плохом, которые на территории Новосибирской области занимаются производством и биопрепаратов, и микроводорослей, и применяют новые технологии в разработки вакцин для сельскохозяйственных животных. Она просто поразилась. Я даже не думал, что в Новосибирске так вот это все развито. Мы не всегда доводим наших вот изобретателей, наших людей науки до логического завершения, может быть, сертификации той продукции, которую проводим. Очень тяжело пробиться. Почему? Потому что о них, наверное, не знают. Поэтому губернатором принято решение максимально сделать возможности таковы, чтобы наши разработчики, производители были при поддержке власти выведены на рынки Российской Федерации, а может и международные рынки. Вот это основная цель. Спасибо вам большое. Это была отдельная тема. Я Людмила Чуевская. Увидимся.